В ЕС обеспокоены новым маршрутом беженцев из Африки. Пограничная служба Евросоюза обеспокоена ростом потока мигрантов из Марокко в Испанию. Все больше мигрантов проникают в Европу по маршруту из Марокко в Испанию. Об этом сказал глава Европейской пограничной службы Frontex Фабрис Легьери, передает Die Welt. Если вы меня спросите, что вызывает у меня сейчас наибольшее беспокойство, я отвечу. Испания, сказал Легьери. В июне в Западном Средиземноморье было подсчитано около 6 тысяч случаев нелегального пересечения границы мигрантами. Около половины из них были марокканцами, остальные – из Западной Африки. Если цифры на этом направлении продолжат также интенсивно расти, этот маршрут станет самым важным, подчеркнул глава Frontex. Ранее в Испании заявили, что намерены демонтировать колючую проволоку на границе с Марокко. В то же время, для борьбы с миграционным кризисом на внешние границы Евросоюза будут направлены 10 тысяч пограничников. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.